В День семьи, любви и верности в Темрюке прошел многолюдный крестный ход. Утром по благословению епископа Феогноста Новороссийского в храме святого благоверного князя Александра Невского благочинный церкви Темрюкского района Виктор Калмык отслужил божественную литургию. По ее окончании священнослужители всех храмов района вместе с прихожанами крестным ходом прошли по центральной улице Темрюка на его центральную площадь. Песнопения сопровождались звоном колоколов. На передвижной звоннице в них звонил настоятель храма Петра и Павла поселка Синой Роман Белоусов. Многолюдную процессию с иконами, среди которых была икона с изображением муромских святых Петра и Февронии, не испугал июльский дождь, перешедший в сильный ливень. На площади труда был отслужен водосвятный молебен с чтением акафиста муромским чудотворцам Петру и Февронии. Звучали молитвы и слова напутствия всем, особенно молодежи и детям, жить любви и согласии, добре и взаимопонимании. Для каждого человека семья, родители, дети должны быть опорой, поддержкой, источником сил и вдохновения. Настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского отец Виталий благословлял гулявших на площади детей и их родителей. Вручая иконки Петра и Февронии, он желал всем добра и здравия. И хотя все участники крестного хода основательно промокли под дождем, в конце службы они с удовольствием подставляли лица под окропление святой водой.